Привет, дорогие зрители! Мы продолжаем проходить еще одну сложнячую миссию Снайпер Элит 3 Оазис Сива. В общем, в прошлой серии я весьма глупо забрался на эту вышку и перестрелял в тупую всех врагов. К счастью, я их успел вовремя перестрелять, никто не забрался ко мне. Но, в общем, сейчас я буду действовать осторожнее, так скажем. Нам нужно еще взорвать одно артиллерийское орудие, потом вот это вот еще тоже надо как-то взорвать. Ну, у меня есть идея, конечно, как это сделать. Если у меня есть... О, это у меня есть гранаты. Значит, мы возьмем, просто вот так сделаем. Вот так. Я надеюсь, мы... Вот черт. Я понял. Больше так глупо делать мы не будем. Но стойте, подождите. Ну, не может же такого быть. Но если отсюда туда швырнуть гранату. О, ну аж черт знает где. Или. Ладно. Сейчас разберемся. Так, короче, тут еще надо где-то слезть. Слазей. Так, здесь кто-то остался еще в живых. Нет, уже никого нет. Это просто замечательно. Так. Ну, я думаю, если я отсюда швырну гранату, все нормально будет. Так, граната выбрана. Так. Ух. И тикаем, 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 тикаем. Ой, отлично. Взорвали. Так, ну стойте, я хотел не сюда. Ой, 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 ой. Так, тут-то мы взорвали, все круто горит. Но я хотел еще сходить туда. Точнее, можно не идти. Можно присесть. И... И так потихонечку их всех перестрелять. Замечательно. Никто даже не заметил. Так, стойте. Это 77, 91. А там где-то еще 77, 214. Вот нормально, сейчас сходим сюда. Ух ты, ух ты, ух ты. Тю, мне что, ничего не надо? Ну ладно. Сейчас по-любому понадобится. Кстати, знаете что? Здесь, короче, можно коллекционировать оружие. То есть нужно собирать оружие противников. И, короче, что-то потом будет хорошее. Ух ты. Ух ты, ух ты. Может быть, даже двое будет. Нет, двоих не было. И я спалился, кстати, к слову говоря. Думаю, спрятался. Ну-ну. Ой-ой-ой. Да куда, куда? Не-не-не. Чуть я не понял, куда я попал. Ну, выглядит, гильчитай. Интересно, сквозь дерево можно стрелять или нет? Ладно, мы пока взорвем автомобиль. Это тоже полезное дело. О, красиво. Кстати, во второй части такого, по-моему, не было. Во второй части просто автомобили банально... О-о-о! А, нет, ты передумал бежать. Так. Где у него тут автомат должен быть? Или нет? А, вот еще кто-то там прячется.
Ой, я не попал. Ой-ой-ой. А чё это ты не попадаешь? Вот это поворот. Ладно. Так. Ладно, ладно. Обследуйте побочные, обследуйте немецкие склады. А где они там есть и склады-то хоть? Ой, что это такое? О. Что-то я замечтался. Так, меня засекли, как я понял, да? Минус второй. Ой. Что-то как-то пуля еще не залетела, а он уже там сальтаны накручивает. Так, кто-то где-то там. Ладно, не суть, мы пока автомобиль повзрываем. Отлично. Что? Ох, отлично, вообще шикарно. Получай. Будешь знать, где кто. Так куда ты бегаешь-то? Так. Отлично. На ходу. Было неприятно. Так, замолчала, что я всех уже убил. Так, а где их не оружие? Я что-то не понял. Так, у этого вроде что-то рядом валяется. Или нет? Хм, дорогие друзья, оружия нет, я говорю, тут вот класс, надо оружие менять. А у них и нет ничего-то толком. Непорядок. О, вот нашел. Эй. Так, Эрда. Заменили. Ну, давайте что ли глянем, что она вообще себя представляет-то. Может, она и не... Нормально. Годится. Во всяком случае, здесь можно будет, я думаю, что, где, кто-то меня ищет, нет, нет, никто меня не ищет. Так. Что это такое? А, туда нельзя идти. Ладно, да, я и понял. Так, так, так. Ну что-то их как-то мало, их больше было, по-моему. Вот еще один партизан спрятался. О, чуть-чуть патронов, еще и динамит нашел. Да, вообще прекрасно. Так, мне надо подлечиться. Это совсем не дело. Так, я там взорвал, короче, штуку, и как я понял, там, наверное, нужно еще и склады какие-то обыскать. Давайте чуть-чуть ускоримся. О боже, у нас уже 108 ударов. У меня такого никогда еще не было. Так. Так, так, так. Если подожду, то смогу скрыть выстрелы. Кого ждать? Тут убивать-то некого, уже всех перебил.
Вот там что-то гупает еще. Все чисто. Так. Что-то там интересное есть. Я надеюсь. Ой. Там тело какое-то. Так, там нет никого. Так, вон. Давайте мы сейчас, наверное... Только хотел отметить, уже некого отмечать. Раз. Два. Три. Четыре. Совсем близко. Так куда ты смотришь? Ты меня не видишь. И мои глаза тебя тоже не видели. Так, кто там базарит? Ой, я что-то нашел. Наверное, какие-то склады. Ой-ой-ой. Божечки, сколько их тут. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Меня заметил какой-то снайпер. Да плохо. Ага, спалился ты, снайпер. Хотя, знаете что, дорогие друзья, я походу тупанул. Ух ты, а у него костюм классный есть, нужно будет потом туда забраться. Да, я тупанул, я очень сильно тупанул. И теперь я не знаю, где здесь можно скрыться бы так незаметно. Откуда бы можно было их перефигачить всех. Вот, в принципе, наверное, отличное место. Ух ты! Хотя нет, я куда-то вообще забрался, а не туда. Спрыгни. Сейчас я все сделаю. Сейчас мы пополним боезапас. Сейчас обойдем вообще с той стороны. Я хочу забраться туда. На то место, где я убил снайпера. Потому что мне кажется, что там, помимо того, что будет новая снайперская винтовка... Воу-воу-воу! Вот это было опасно. Черт. Вновь меня заметил какой-то снайпер. Боже. Зачем ты лег? Вон снайпер. Ух ты, я еще не попал. Вот стенки. На. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Не надо фаер. Ну, чего ты не вылазишь? Так, еще один нарисовался. Там, короче, еще есть. И там. Там кто-то есть. Где они все есть? Умри. Устроим небольшую войну.
нормально. Мне хватит. Главное вылечиться. Ой-ой. Сейчас как бахнет. Мало патронов, но сейчас будем искать. Вот знаете, что плохо? То, что нельзя искать патроны и вообще нельзя обыскивать тела, когда валяется много трупов. Ой-ой-ой, зачем я вылечился? Я не это хотел сделать. Ладно, поздно. Я хотел кинуть гранату. И взорвать еще одно артиллерийское орудие. Отлично. Угу. Только вот теперь мне нужно патроны находить. Ничего не найдено, вообще прекрасно. Ну, чего ты не прилазишь? Ладно, заберемся наверх. Может, отсюда можно будет кого-то подстрелить. Знаете, такой звук, как будто меня кто-то искал. Но на самом деле меня никто не искал, здесь ничего нет. Короче, я только зря сюда зашел. Ладно. На склад нам соваться пока нельзя. Там сильно много врагов. Вот это. Ой. Я вижу снайперскую позицию, только я пока не совсем втулю, как туда попасть. Так, так. Я, по-моему, понял, как туда попасть. Меня пока никто не засек. И это очень замечательно. Отлично. Так. А, тут присаживаться не надо. Берем снайперскую винтовку. Вот, там можно перезарядиться. 4. Знаете что? Давайте-ка мы будем действовать немножко поумнее. И обезопасим себе выход. Отлично. Хотя, знаете что, давайте мы, наверное, у меня, по-моему, есть растяжка, да. Поставим еще и растяжечку. Раз. Поставили? Нет, мы не поставили растяжку. Раз. Нет, стоп. Вот так. 2. Замечательно. Потом мы это все будем собирать. К нам теперь никто сюда не сунется. И это очень замечательно. Так. Знаете, что я предлагаю? Я предлагаю сейчас поотмечать их всех. Ой. Меня уже заметили. Такое случается. Что ж, давайте, наверное, потихоньку убирать тех, кто меня заметил. Ой-ой-ой. Кто? Где?
Получай. В следующий раз будешь менее глазастым. Так, там еще кто-то. Готов. Ах ты, ее делаешь. Получай. Выкурим тебя из-за угла. Присел там. Ой-ой-ой. Это было очень больно. Что, я не попал? Ладно, теперь попал. Ой-ой-ой-ой. Вау. Кто, где? Я думаю, я попаду. О, замечательно. Прям сквозь текстуры. Получай. Так, еще один. Бегает тут. На. Ух, аж подпрыгнул. Бедный. Так. Черт. Там еще кто-то где-то есть. О, умирай. Готов. Готов. Кто где? Так кто аж пойми где? Ладно. Сами напросились. Я не хотел. Отлично. Так, насколько я понимаю, нет, все-таки меня до сих пор ищут. Здесь больше никого из живых не осталось. Я хочу попасть туда. Пока что не совсем понимаю, как это можно сделать, но я хочу попасть туда. И давайте слезть. Ой-ой-ой, ух ты, я не умер. Отлично. Ой, нет, 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 нет. Отмена. Заберем мы с собой. Фугас, он нам не пригодился. И растяжку мы тоже заберем. Она нам еще пригодится. Ладно, живите пока. Сейчас нам нужно будет обыскать все трупы. Их тут довольно-таки много. Так, ладно, мы туда потом пойдем. А сейчас мы обыщем эти трупики. Отлично. Так. Заодно патронов насобираем немножко. Где твое оружие? Так, где-то тут уже их много было.
Ого, куда оружие закинуло? Встань. И забери, забери. Не забирает, не хочет. Ну и ладно. Так, теперь ты здесь выйти нельзя. Я хочу забраться на то здание, если это возможно. Там никого нет. У тебя такое чувство, как будто меня кто-то спалит. Так, 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 так. Там что-то шумит, значит, скорее всего, сюда можно попасть. Здесь еще одна снайперская позиция, шикарно. Значит, все-таки туда можно попасть, и это вообще прекрасно. Залазь. Значит, может быть, у нас сейчас... Ой, что это было? Не понял. Я что-то подобрал. Значит, сейчас у нас может быть еще одна новая снайперская винтовка. Это круто. Или не может быть? Ну ладно, мы нашли снайперскую позицию. Что нам это дало? Я не сюда хотел залезть. Вот, наверное, сюда. Или нет? Стойте, нет, 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 нет. Блин. Я хочу попасть на крышу. Вот туда. Там же как-то стоял снайпер. Или нет? Или не здесь? Ну, по-моему, я там его мочил. Ладно, неважно. Хотя нет, там как-то можно пройти. Я все-таки хочу посмотреть. Или нет? Нет, там выхода нет. Понятно, значит, туда попасть нельзя. Ну и ладно. Опять такой звук, как будто кто-то где-то меня палит. Здесь нет никого. Ой. Так. Ладно. Что вообще здесь есть? Зачем мы сюда идем? Готов. Так, меня запалили. Ну, это нормально. Так, я так понимаю, мне нужно взять снайперскую винтовку. Что? Окей, на. Мы даже патроны сейчас еще наберем себе. Готово. Мне ли показалось, или здесь кто-то был?
Вы знаете, что самое печальное, то что оружия-то и не было. Получай. Кто-то еще тут вот где-то орет. Вот засранцы. Так, здесь пройти негде. Тут тоже ничего нет. Тут вообще ничего нет, дорогие друзья. Вообще нельзя ни найти ничего. Абсолютно ничего. О, нашли записку. Советы по выживанию. Да, да, это мы хорошо знаем и так. Вот, я вижу, можно карты найти. Ага, да, и карты нашли, все нашли. Так. Куда-то залезем. Ух ты. Так неожиданно мы пополнили боезапас. Замечательно. Так, что нам еще нужно сделать? Это что? Это склад. Вот здесь у нас три врага. Это наша главная цель. То есть мне предлагают вернуться обратно, да? Ладно, давайте дойдем до склада. Я же правильно иду, да? Да. Иду прям до склада. Дойду до склада. Там сохранюсь и на этом закончу данную серию. Так, 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 так. Ух ты. А где они там все ютятся? Ну, точнее, другой вопрос, как туда попасть. Угу. Так круто. Теперь я понял, где тут кто кричал. Так, а еще я понял, что я зря сюда залез. Так, нужно достать гранату. Сейчас их ей немножко попугаю. Тарарарарарарам. Это не склад, это, короче, нам нужно это как-то взорвать. Я надеюсь, нас не убьет. Что? Где ты еще, дорогой? Мне только одно непонятно. Эй, встань. То есть к ним туда что, никак нельзя залезть? Ладно, знаете что? Я сейчас нажму сохранить. Да, сохраню. И кину гранату еще раз. Думаю, в этот раз будет получше. Да, все замечательно. Ну все, мы в принципе осталось теперь только исследовать склад и еще какую-то штуку. Вот у нас есть две стрелки. Они все там. То есть вот у нас есть склад. Точнее нет, это наша основная цель. Ну тогда что-то немецкие склады. Больше я значка этого не вижу. Ну ладно, в принципе, нам туда.
По-любому. А, стойте, это наверное, наша главная цель. Следовать склады. А вот это у нас тогда что? А это наши побочные цели, которые мы уже выполнили. Все ясно. Ну, тогда мы сейчас зайдем туда. Тут вообще, насколько я помню, их немного. Поэтому, ладно. Пока не буду стрелять их. Либо буду. Первый пошел. Там и второй где-то спрятался. Причем в прямом смысле слова спрятался. Негодяй. Готов. Меня уже в полной мере засекли. Поэтому мы немножко... Так, стойте. Ух ты. Там пройти можно. А, стойте, там нет никого. Мне тут делать нечего. Отлично, я нашел склад. Причем сам, чисто случайно. Ух ты, меня заметил кто-то. А где он вообще там сидит? Он же за стенкой какой-то. А, вон по мне кто гасит. Готов. Ух, это было больно. Ух ты, а их тут не один. Готов. Где-то тут еще один. И он ползет сюда. А, нет, вот он спрятался за углом. Ну, вылазь. Да ладно, тебе больше не надо патронов. Сейчас тут уже кропаль остался. Ну, конечно, далеко, что я тут прям перед вами маячить буду. Готов. Ах ты негодяй. Готов. Черт. Опять я спалился. Ничего страшного. На мое счастье, они глупые. Ух ты, генератор. Вовремя его нашел. Я смогу замаскировать выстрелы, если испорчу генератор. Тут уже всех перемочил. Нормально. Все, насколько я понял, больше здесь нет никого.
Поэтому теперь мне, в принципе, ничего не мешает попасть в склад. Правда, я пока не пойму, где он. Наверное, здесь, вверху. Если подожду, то смогу скрыть выстрелы. Ух ты, отлично. Сразу нашли пару записок и боезапас пополнили. Ну и на склад попали. Что ж, дорогие друзья, на этом я закончу данную серию. О том, что же на этих складах, вы узнаете уже в следующем выпуске. Ну а для того, чтобы следующий выпуск вышел быстрее, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Ну а будет вообще классно, если вы подпишетесь на мой канал или расскажете своим друзьям о том, как я прохожу Sniper Elite 3. На этом все, до скорых встреч!